Каждый из участников собрания в Красноярском крае живет всю жизнь. За это время ездили в путешествия по Европе, Азии, на юг нашей страны. Но вот природу севера, суровую, самобытную и такую родную, каждому сибиряку не видели никогда. Поэтому многие не раздумывали и сразу приняли решение. Надо ехать на корабле вместе с телеканалом «Енисей». Едут мои родители, они из Идринского района, поэтому сегодня здесь не присутствуют. Зовут их Галина и Андрей. Мама моя, она очень амбициозный человек, она, в принципе, услышала о этой программе и сразу же согласилась. Мне всегда хотелось посмотреть, ну что ж такое это север-то такой, вот о нем много говорят, о нем много написано книг, ну вот. Какой он? Что это за тундра такая? Какая там растительность? Вообще какая природа? Как там люди живут? Наш край, я знаю, с туристической точки зрения, такого туриста, вот с рюкзаком. А теперь я хочу посмотреть край именно с исторической точки зрения, да, то есть на теплоходе, чтобы посмотреть север наш, ну и природу, конечно, я никогда не была там. Татьяна Черникова – учитель литературы. Для нее это путешествие – возможность увидеть север края и места, куда когда-то по воле судьбы занесло людей, творчество, которых Татьяна сейчас очень глубоко изучает. Впечатлениями после поездки намерена поделиться со своими учениками. Я очень люблю творчество Марины Цветаевой. И город Руханск – это место ссылки ее дочери. И мне вот интересно прочувствовать, как она там жила. А вот Юрий Тяжельников в 90-е годы уже совершал подобное путешествие. И теперь пришло время показать родной край детям. Совершенно другая природа, масштаб российской природы. Белые ночи, с которыми предстоит столкнуться, как раз это период уже белых ночей. Участники преодолеют около 4000 километров по воде и посетят 17 населенных пунктов. Сейчас уже полностью готова экскурсионная программа. Мы едем по большой реке для того, чтобы знакомиться с теми людьми, которые живут на его берегах. И вместе с нами едут художники, музыканты, те люди, которых мы по-настоящему ценим и любим. И я думаю, что наши зрители должны увидеть этих людей. На корабле до Дудинки поплывет и наша съемочная группа. Через призму истории участников и места, которые они будут посещать, в итоге снимут фильм о путешествии. По словам автора Сергея Достовалова, это будут уникальные кадры. Сейчас найти видео тех мест и населенных пунктов практически невозможно. Мало кто на самом деле видел, мало кто бывал в тех местах, куда мы пойдем, и мало кто даже по телевизору, может быть, видел эти красоты, мимо которых мы тоже пойдем во время этого путешествия. Программа путешествия будет по-настоящему насыщенной. Уже завтра мы расскажем, что увидят жители края, которые отправятся в круиз. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев, новости. Партнер проекта – золотодобывающая компания «Полюс».